Здравствуйте, приветствую вас. Мы возле моря на Ланжероне. 16 октября. В эти выходные, в отличие от 8-го, никто уже не загорает. Все в курточках, в пальто, в плащах, одетые. Но солнышко светит, поэтому кажется, что тепло. Если бы, конечно, пасмурно было, то было бы более прохладно. Легкий такой ветерок, бриз. Очень много людей. Приходят с семьями, с детьми. Абсолютно всех возрастов. Наши рыбаки рыбачат. Волны бывают довольно сильные, разбиваются о камни. Но словить этот момент непросто. Когда волны разбиваются, еще ветер с моря. Эти брызги прям, ты их ощущаешь на себе. Море у нас сегодня волнуется. Потому что оно прям так бурлит. Даже пена образовалась. Такие теплые деньки сейчас. И главное, еще и солнечные. Поэтому очень хочется прийти на пляж, на море. Подышать морским воздухом. Потому что, вижу, уже будет холодать. И так уже не насладишься. Ну вот уже видно, мужчина идет с голым торсом. Все-таки есть те, кто еще принимает солнечные ванны. Сегодня намного меньше людей, чем когда мы были в прошлый раз. Чайки есть, в прошлый раз их не было. Нет. Где на море недавно были, но как-то соскучилась. Красота, по кругу летят. Море как наш водоворот событий. Если закрутит, будешь выбираться с трудом. Чтобы заснять большую волну, которая была сейчас, когда я выключила камеру, нужно просто не выключать девайс. Прямо караулит. О, испугался. Чем вы занимались в воскресенье? Были на берегу моря и наблюдали за волнами. Это мне так вот позитивный вам такой веду с вами, можно сказать, диалог, да? Вообще так тревожно, потому что воздушная тревога у нас. И в пабликах пишут, что по Украине выпущены ракеты, поэтому вот так мы живем, сосуществуем. И война, и наша мирная жизнь. Технически еще такой момент. Я выставляю линию горизонта у себя на телефоне, чтобы линия вот моря, кромка была ровненькая, не заваленная. Хотя мне телефон показывает, что она ровная,
а у вас на экране может быть завалено. Хочется, чтобы было красивенько на видео. Ух, там такую громадную медузу выбросила. Могу вам ее только снять, вот, зафиксировать. Заберет ее море обратно. Большущая. Да, ветер с моря такой прохладный. Лучше ветер, чем опасность. Лежит такая огромная. Если ее взять, то можно только двумя руками. Все кафешки, бистро здесь, какие-то все заполнены людьми. Все, прозвучал отбой воздушной тревоги, как-то, знаете, стало дышаться ровнее и спокойнее. Все-таки уже сколько времени, а Нина все равно сердечко вздрагивает, сжимается, и дыхание учащается, хотя стараешься дышать ровнее. Я уже неоднократно рассказывала в своих видео, что в Одессе такая культурная жизнь все это время не затихала. И определенные курсы, тренинги тоже работали. И вчера прочла объявление, что открывается клуб поддержки для родителей с Сергеем Чуднявцевым. Уже давно смотрит мой канал, знают, мы приходили к нему на тренинг для родителей подростков. У меня даже есть этот тренинг, там как бы он такой ознакомительный на канале. И вот было приятно прочесть, что он запускает такой проект, круг поддержки для родителей, чтобы создать действующий круг взаимоподдержки, где каждый может быть понят и услышан, где любой человек может почувствовать, что его чувства важны и значимы, где можно проявить свои лучшие свойства души, помогая друг другу прожить это непростое время. Ну, такая вот, знаете, как психология, психотерапия, наверное. Я бы, конечно, с удовольствием тоже в этом поучаствовала, но они отдают приоритет вынужденных переселенцев, оказавшихся в Одессе, а также одесситов, покидавших родной город, а потом вернувшихся и пытающие найти и адаптироваться к реалиям новой жизни. Программа офлайн-встреч, то есть это будут реально живые встречи. Я когда прочитала, что будут обсуждать, подумала, да, мне это тоже бы не помешало. Как оставаться в адекватном восприятии реальности и избежать иллюзии ложной безопасности или беспомощности, как говорить о войне с детьми младшего возраста, как поддержать подростков, как сохранить мир и близость в семье, как планировать будущее во время войны, как отпустить прошлое и жить здесь и сейчас, и как наладить отношения со своими родителями. То есть такие актуальные вопросы, которые, мне кажется, задает и сталкивается сейчас любой человек, кто живет и жил в Украине. Проект проходит при поддержке немецкой некоммерческой организации «Форум гражданского мира» и сообщества одесских родителей «Kill-Friendly». Продолжительность 5 месяцев до 31.01.2023 года. Встречи будут проходить в группе до 20 человек один раз в неделю. Продолжительность каждой встречи 2 часа. Занятия бесплатные. Ведущий Сергей Чуднявцев. Мы с ним знакомы уже не первый год, ну как не лично, прям так вот
знакомы. Я посещала его такие тренинги, презентации. И ребенок приходил в школу, они праздновали Новый год. В общем, такие, если вы в Одессе и вам это интересно, нужно, можете воспользоваться таким предложением. Надо покрутиться, вам показать картинку. Сегодня море волшебное. Наш герой на месте. Мы тоже есть. Так близко подошел, он еще не знает, какие волны. Все. Знаете, есть такое выражение: вечер перестает быть томным, а у нас день перестает. Еще подсолнухи принесли, яблоки принесли, будут угощать. Успеть занять хорошие места.
ты ближе, когда разом неподвижен, ты не выше и не ниже, ты не лучше и не хуже. Видно звезды через ложки, просто душим все твое моря и суши. Где бы ни был, всегда рады, нет ни в поиске награды, а сиянием поддаты открываешь им врата ты. Тише, тише, тише. Суета в уме излишек, только тот потоком дышит, кто ответы взял не с книжек. Громче всех твоих страданий в этом мире лишь она. Все звученье и раздание умещает тишина. Позволяйте полностью звучать. Вот что мы учимся. Вот что я учусь делать. Вот прямо сейчас. Нет каких-то слов, которые я подготовил в конце, и буду сейчас хочу классно говорить. Но я почему-то доверяю. Потому что как можно ошибиться в том, как тебе быть тобой? Правда? Это невозможно. Ты уже это ты. Я благодарю вас, что вы слушали сегодня, слышали, чувствовали. Замечали, реагировали, за то, что вы продолжите дальше этот день, вы же частичка чего-то, что удалось посеять. И последняя мысль, которую я хотел бы оставить на фоне прибоя морского, самое простое и самое значимое. Позвольте этому, пожалуйста, прорасти. Не слушай меня, проверь сам. Огромное спасибо и пожалуйста, будьте детьми. Хочу вас предупредить, что если соберетесь гулять возле моря, одевайтесь теплее. Если даже вам будет жарко, то вы сможете немного расстегнуться, потому что уже такие погоды обманчивые, уже холодный ветер, и надо заботиться о себе, о своем здоровье. Уже вечереет, но людей не уменьшаются, кто-то приходит, кто-то уходит. Здесь так все бурлит и кипит.
уже 100 лет не видела эту щетку. Что-то невероятное. Благодарю вас за внимание, за ваши комментарии, истории, рассказы, впечатления. Пока-пока. До следующих видеопрогулок.